Как вы могли это допустить? Неужели не ясно было, что сразу уходить надо? Но мы же не в игрушки играем. Предупреждал, тут голову в два счета сложить можно. Чего вы ждали? Борис. Такого человека потеряли. Мужика, чекиста, земля ему пухом. Теперь тебе одному придется работать. Любой новый человек сразу вызовет у Королева подозрение. Да и времени нету, так что прикрывать тебя, исправлять твои ошибки будет некому. Посмотрел последнюю серию «Знатоков». Отлично сделали. Да, это ж каких проходимцев показали. И правильно. Страна должна знать своих героев таких, да. Это что, колхозы используют для своей выгоды? А в стране жрать нечего. Да. А вы их показали всему миру. Молодцы, правильно. И артисты прекрасные. И Мартынюк, и Каневский, и Лиждей. Так что передай благодарность мою всей съемочной группе. Да. Ну, до свидания. Да-да. Можно? Входи, что у тебя? Николай Анисович. Ну? Тут юбилей надвигается. У одного уважаемого человека с Кавказа. Юбилей? Да. Так, что дарить будем? Джигиту. Ружье, разумеется. Ружье – это хорошо, это правильно. Да. Пусть охотится. Да. Вот. Подпишите. Угу. Ружье. Петр Иванович, Щелоков, как здоровье драгоценное? Да я знаю. Да ты что, перестань, мы еще с тобой пошумим. Да. Я чего звоню-то? У тебя 34-ка, вертикалка, сколько стоит? Да. Ну, а если вот самое шикарное, подарочное, там, с резьбой, так сказать, с насечкой серебряной. Ага. Понятно. Спасибо. Обязательно. До встречи. Жарко? На, утрись. Может, форточку открыть? Не, нет? Ты что принес мне? Мне подсунули. Это ты мне подсунул! Это ружье в три раза дешевле на заводе.
Ты хочешь, чтобы я тебя эти погоны снял? Николай Иванович. Еще твое управление перетрясу. У нас в министерстве надо тоже многих проверить. Николай Иванович. Иди отсюда! Куда? Дорогу знаешь, куда. Надо же такое, а? Я думал, все. Хана мне. Ладно, плюнь, он отходчивый. А, видел бы ты, как он на меня посмотрел. Я думал, погоны снимет. Погоны – это еще не самое страшное. Главное, чтобы он тебе костюмчик не примерил. Рабочий на лесоповал. Ту-ту-ту. Не надо. Ко мне зайди. Да, прижимает, сил нет. Да ну кто бы жаловался? Ты на одних ремонтах квартир и домов для его родственников сколько заработал? Да на подарках всяких, да на всем остальном. А, вот обещал мне все припомнить. И хозяйственное управление мое перетрясти, и вообще все министерство. Министерство? Чует дед, что времена меняются, решил подстелиться. Да, меняются времена. Меняются. Да. Звали, товарищ генерал? Ходи, свободен. Ну, как? Справляешься? Стараюсь. А, хорошо. Ну что, еще месяцок подождем и на место Бориса тебя двину. Заслужил. Спасибо. Да, Борис, Борис. Я-то его по-другому планировал использовать. Щелков к нему хорошо относился. А я думал подвинуть его к нему поближе, чтобы знать, что там у него внутри происходит. Но теперь... Давайте я попробую. Чего ты попробуешь? Но вам нужен человек рядом со Щелковым. Почему у меня не получится? Да куда тебе? Я в Борисе-то сомневался. Уж ты-то... Что он, что жена его, они такую жизнь прожили. Он тебя раскусит и выкинет, прежде чем ты рот откроешь. Я молчать буду. Чем мы рискуем? Нужен только повод. Повод? Ну, повод-то мы найдем. Пошлю тебя к нему с документами. А уж как зацепиться ты на месте будешь решать. Главное, чтоб ты Светлане понравился. Постараюсь. И помни, я должен знать все, что там происходит. О чем он по телефону, с женой, с друзьями говорит. Все. Понял? Так точно. Ну, молодец. Инициативный. Разрешите идти? Иди. Я хочу вас заверить, что разговор у нас конфиденциальный. И мне не хотелось бы, чтобы он стал достоянием гласности. Понимаю. Экономические вопросы довольно часто оказываются достаточно щекотливыми. На этот раз особенно. Видите ли, Юрий Владимирович, мы... Все основные проблемы нашей экономики и главные параметры состояния на сегодняшний день изложили вам в записке. Но, насколько мы понимаем, вы мало что нового узнали от нас. Ну, разумеется, у меня есть разные источники. Я имею представление о состоянии дел в стране. Ситуация мне известна. Меня интересует другое. Если хотите, я ищу ответ на вечно русский вопрос. Что делать? Можете говорить все, что думаете.
Юрий Владимирович, к сожалению, все разговоры о необходимости повысить производительность труда, устранить те или иные недостатки, непродуктивны. Дело не в отдельных недостатках. Проблемы нашей экономики носят системный характер. Войдите. Здравствуйте. И в сельском хозяйстве, и в промышленности какими-то отдельными мерами достичь результатов не удастся. Мы 70 лет развивались в экстенсивной модели. Сегодня все, она себя исчерпала. Лучше не будет, мы в тупике. Необходимы новые формы хозяйствования, такие, которые бы позволили предприятиям самим зарабатывать деньги, тратить эти деньги. Да и не только предприятиям, людям тоже. Вы все сказали. Главное. Благодарю вас. Вы свободны. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Сюда попал? Моя милиция меня бережет. Что ты хочешь? Рит, ты все не так поняла. Да, я все неправильно поняла. Да, ты все неправильно поняла. Ты подумала, что у нас с Олей отношения. А у вас нет отношений? Нет у нас отношений. Она просто дочка моего начальника. Поссорилась с отцом, приехала ко мне. Жить. Ну зачем ты так? Ты сам все веришь? Верю. А я тебе нет. Я с этим разберусь. А мне все равно. Рита, завтра я буду ждать тебя около музея в 7 часов вечера. Если ты не придешь, я буду знать, что между нами все кончено. И выйди, как вошел, моя милиция. Давай зарабатывать. Легко сказать. Как это сделать? Простите? Косыгин пытался. И что? Но ему быстро крылья обломали. Старая гвардия. Сначала надо самому понять, что делать, а потом уже других убеждать. Как это примут в обществе? Что скажут братские партии? И главное, нужно сначала порядок навести, а потом уже что-то перестраивать. Хотя перестраивать необходимо. Страна на грани. И пленум шанс предотвратить катастрофу. Многие не понимают, что политическая борьба – это не только дискуссии, выборы. У наших оппонентов в руках милиция, а сейчас и КГБ. Но Устинов на нашей стороне, а значит, армия. Нельзя допустить, чтобы дошло до применения армии. И потом Устинов не Жуков, за ним армия не пойдет. И Брежнев это понимает, он опытный аппаратчик. Когда снимали Хрущева, все думали, что Брежнев фигура временная. Где они? А Брежнев уже около 20 лет сидит в кресле генерального. Да, конечно, понятно, тут все понятно. Очень многие запачканы, замараны, и они сейчас больше всех боятся перемен. И будут сопротивляться изо всех сил, до последнего. А вы топчетесь на месте. Ну, не совсем топчемся, Юрий Владимирович. Нестеров-то оказался даже лучше, чем я ожидал. И сегодня, завтра он станет вхож в дом Щелокова. Открываются новые горизонты. А вот об этом поподробнее. Хорошая новость. Да чтоб тебя, а? Барахло импортное. Маша, кто там? Светлана Владимировна, пакет для Николая Анисимовича принесли. Распишитесь? Ну, конечно. Старший оперуполномоченный капитан Нестеров. У меня пакет для Николая Анисимовича. Ну, что кричишь, я слышала. Давай.
Вот здесь, пожалуйста, пишите. Простите, а это что такое? Ой, видеомагнитофон японский. Не работает, паразит. А у вас инструкция есть? Ну, есть наш на японском. А можно я посмотрю? Ну, вали. Работает. А? Я про это в журнале читал. А, как, говорит, называется? Видеомагнитофон. Во-во. Тебя как зовут? Кирилл. Меня Светлана Владимировна. Присаживайся. Ой, простите, я постою. Да ничего. Отсиди. Я тебя отблагодарю как-нибудь. Видишь бутылку? Да. Знаешь, что придумал? Щелоков. А, правда? Я и не знал. Увидел за границей, привез. Всем понравилось. Ну, разливаем. Ну, сядь ты уже. Правда, что Андропов сосед ваш? Ну, давай не будем об этом сейчас. Простите. Света! Светлячок! Коль, я не одна! Здравия желаю! Кто такой? Капитан Нестеров. Вот тебе Кирюша документы принес. Николай Анисимович. Я знаю. Вот документы. Спасибо. Разрешите идти? Ну, иди. Как, говорите, называется? Видеомагнитофон. Спасибо. Коль. Коля. Что, руки заморозили? Нет. А ты как же? А, я железный. Железный. Спасибо. Будь хороший мой. Дядя, закурить не будет? Не курю, ребята. А дамочка? Мы посмотрим в сумочке. Так, руки, нет, пожалуйста. Не надо их трогать, пожалуйста, Вов. Пожалуйста. Слушай свою курочку. Шш. Все нормально. И котлы свои снимай. Отдай, пожалуйста, им все. Давай, давай. Отдай. Ира, замолчи. Давай, давай. Какие-то котлы. Так, барахло. Поторопись, дядя. А, ты тут вроде старше. Ну. Ух, что ж ты делаешь, дядя? Тихо. Вов, успокойся, пожалуйста. Вов, слушай. Тихо, 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 тихо. Иди сюда. Тихо. Ты иди сюда. Тихо. Сюда иди, я сказал. Дядя, мы пошутили. Мама, успокойся, говорю. Ты понимаешь, это моя жена. Эй, друг, куда ты? Давай поговорим, а? Вова, успокойся, все. Это моя жена. Все, все, все. Ты понимаешь? Дядя, я руки. Понял, все. Жена, понимаешь? Это моя жена. Жена, понимаешь? Жена. Пожалуйста, все! Жена! Семен! Жена! Семен! Жена! Семен! Я тебя совсем не знаю. Я тебя совсем не знаю. Алло. Привет. Все, злишься? Нет, почему? Уже не злюсь. Злишься. Зря. У нее ничего к тебе особенного нет, а у меня есть. Послушай. Ты мне нравишься очень.
Я хочу быть с тобой. А если я чего-то хочу, то добиваюсь. Даже если кто-то против. Мы с Ритой женимся. Мы с ней помирились. Я ее люблю. Кирилл, я когда чего-то хочу, то получаю. Запомни это. Чего мрачный такой? Радоваться нечему. Времена настали смутные. Смутные и мутные. В мутной воде ловится лучше. Если Андропов к власти придет, такое начнется. Старик уже суетиться начал. Как на сковородку его посадили. Ну, Щелоков, ну, министр. Решил всю контору перетряхивать. Посадит пару человек, покажет, что у него самого руки чистые. А если он трясти начнет, мало не покажется. Свалить, что ли, хочешь? Куда? Широка, моя страна родная. Найдут. И что делать? Устроить так, чтобы он думать забыл. О чистках, чтобы у него мысли такой не было. Ну, тут я тебе не помощник. Мне видней. Среди твоих людей наверняка есть, кого милиция завербовала. Ну, там есть один стукачок. Я его расколол, но виду не подал. Думал закопать, потом мало ли что пригодится. Там ментам липу какую-нибудь задвинуть. Вот, вот, вот. Для этого он и будет нужен. А что требуется-то? Все обдумаю, скажу. Если посреди Москвы милиция своего грохнет, он думать забудет, как перетряхивать. У него сразу другие проблемы появятся. Да, начинать надо с ОБХСС. Ну, что делать? Моя вина. Я распустил. Думал, вокруг ангелы, а оказалось, чертей полно. Один Королёв чего стоит. Ну, что делать? Чистить будем? Гнать поганой метлой. Всех. До свидания. Здравия желаю, товарищ. Давай. За видеомагнитофон спасибо. Света рассказала. Да что вы, я сам предложил. Да? Инициативный. Садись, садись. Между прочим, я со Светочкой во время войны познакомился. Она медсестрой на фронт пошла. 17 лет. Знаешь, сколько она на себе раненых вытащила? У нее две медали за боевые заслуги. Правда? Они похожи на героя. Вот такие дела. Давно у нас работаешь? Недавно, около месяца. Недавно-то хорошо. Почему? Не успел еще вредных привычек набрать. Как тебе твой начальник? Нормально. Я многому у него учусь. А-а-а. Учишься? Понятно. Ты ведь в райотделе работал, да? В поселке, где у Королёва дача. Что, думал, я не проверю, кого он мне в мой дом подсылает? Тамошний начальник тебе неплохую характеристику дал. Правда, он думает, что Королёв тебе все-таки голову задурил. Ну, честно скажи. Задурил? А? Ну, задурил. Нет, почему? Не делай ошибок, когда друзей выбираешь. Намек понял? Да. Молодец. Ступай, мне работать надо. До свидания. Бывай. Куда? Надо. С кем? Мам, тебе не все равно? С ним. Да, с ним. А я думала, что вы больше не встречаетесь. Ты ошиблась. Да мне кажется, что это ты ошибаешься. Есть вещи, которые нельзя прощать.
что за некоторые ошибки приходится дорого платить. Не смотри на меня так. Ты никуда не пойдешь. Мам, пропусти меня, пожалуйста, я взрослый человек. Я сказала, я тебя не пущу. Мам, я не ребенок. Именно. Именно что ребенок. Ты мой ребенок, ты это понимаешь или нет? Я по себе знаю, как мужики умеют обманывать, и как они вообще жизнь ломают. Я не допущу, я с костьми лягу, я не пущу тебя! Мам, успокойся. Дверь открой, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к кому? Я войду. Привет. Зачем пришла? Поговорить нужно. Говори. Мы с Кириллом решили пожениться. Врешь? Ну, позвони, спроси. Пошла вон. Ты прости, я правда не хотела. Пошла вон. Пойду, а то как-то тесновато у вас там. Что? До свидания. Она пошла отсюда. Рита! Рит! Рита! Рита! Ой, извините. Девушка, подождите. Это вам. За что? Просто так. Спасибо. Ритуль. Что ты все лежишь? Давай-ка. Ну, перестань. Перестань. Все в жизни бывает. И все проходит. Мама, оставь меня в покое. Знаешь, лучше так. Потом было бы хуже. А так хоть не будешь ты расплачиваться за свое легковерие. Ну ладно, лежи. Привет, привет. Посмотри, как, ровно? Ровно, поговорить нужно. Не, мне кажется, не ровно, надо чуть больше к себе, да? Ровно. Нет, мне все-таки кажется, не очень ровно. Да брось этот кость, говорю, поговорить нужно. Ну чего, чего, чего? Пап, мы с Кириллом решили пожениться. Что? Что слышал? Оль, ты с ума сошла? Нашла жениха. Ты бы еще за участкового пошла. А что ты имеешь против? Захочу и пойду. Мы с тобой уже говорили на эту тему. Я люблю Кирилла и выйду за него. Вот! Ты хочешь, чтобы я как в тот раз ушла? Оля, ну, пожалуйста. Ну, я прошу тебя, оставь ты его в покое. Ну, пап. Ну, Оль. Спасибо, папочка.
Да. Что? Что ты сказал отцу? Ты что, ненормальная, что ли? Ты с ума сошла? Оля! Оля! Так, Дон Кихот борется за свою любовь. Начали! Послушайте, это просто невозможно. Она же мне всю мою личную жизнь поломает. Она требует, чтобы я попросил ее руки у отца. Прет как танк, не останавливаясь. Что будешь делать? Ничего, я ее не люблю. Что еще? Между нами ничего не может быть. И что дальше? В смысле? Ты обязан просчитывать последствия своих поступков. Что она станет делать? Да не уймется она, что тут еще просчитывать? Настырная до ужаса. Тише. Не отлипнет от меня. Хорошо, хоть жениться на ней не надо будет. Ну, не отлипнет — это один вариант. А другой? Скандал мне закатит. Правильно. И осложнит твои отношения с королевым. В доме у них ты не сможешь появляться. Но он и так против, чтобы мы с ней встречались. Ну, узнаешь. Дочка есть дочка. Она ногой топнет, папа уступит. А вот если ты ее разозлишь, она может начать мстить. И еще никто не знает, как именно. Наплетет про тебя бог весть что. Да мало ли как. Но нельзя же из-за... Можно. В интересах операции. Значит так, ты обязан развивать отношения с дочкой королевы. Борис, Борис! Задушь синею! С девушкой, папу, которую я намерен посадить. Вот именно. Если тебя это успокоит, ни ты, ни она в этом не виноваты. Ну как я. Я все сказал. Если дойдет до свадьбы, женишься как миленький. Столкая борьба за любовь, за любимую. Вот так. Ты можешь быть? Короче, не такая тема. У него цех 3 подвала занимает. Он этих курток шьет просто море. Если его прижать как следует, он будет хорошо платить. Спасибо за... Иди, мальчик, иди. Спасибо за наколку. Да ладно, о чем? Но не заржавеет, считаюсь. О чем ты? Когда у нас с тобой проблемы были, а? Я тебе доверяю, как себе. Ну вот теперь-то с этим придется повременить. А что так, что ждать-то? Да в Москве сейчас шум должен подняться. С чего это? Мне один товарищ из Свердловска сообщил. У них один мент там немножко с головой проблемы случились. Взял ствол и в Москву подался. Со своих ментов хватает, со стволами. Да это понятно, что своих хватает со стволами. Он-то на Андропова замахнулся. Да ладно? Да ладно. Он же у них вроде как... Ну, в комитете-то главный был. У того крыша поехала, решил замочить. Ты представляешь, что в Москве начнется, если узнают, что вот этот вот товарищ Свердловский охоту здесь устроил? Да, я представляю, что тут начнется. Андропова замочить. Держи. Мы сейчас пойдем в класс программирования, да? А девочки пойдут Ты долго так сидеть будешь? Чего пришел? Я пришел просить руки вашей дочери. Любите друг друга? Да. Ну, Ольга, это понятно. А у тебя-то как это произошло? С первого взгляда? Или постепенно, с тех пор, как узнал ее, получше? Постепенно. А если я отхожу, жить-то будешь? Или сразу головой бунт? Зачем вы сразу так? Это не я так, это ты так. Карьеру хочешь сделать, да ради бога. Для этого совсем не обязательно лезть ко мне в зятья. Карьера тут ни при чем. А ты что, по безумной любви на ней жениться хочешь? Чего ты молчишь? Простите, товарищ генерал. Сядь!
Ладно. Делаем так. Попали мы оба. Мне все равно придется делать так, как Ольга хочет. Но ты, если хоть словом ее обидишь, хоть пальцем заденешь... Как не перебивай! Я тебя из-под земли достану. Ладно, делайте, что хотите. Женитесь, разводитесь, детей заводите. Свадьбу делаем через месяц. Месяц? Ну ведь по правилам по же... По каким правилам? Ольга хотела, чтобы прямо сейчас расписались. Да я могу хоть завтра мне вон трубку снять. Но я хочу, чтобы она хоть месяц подумала. Мало ли что у нее там в голове щелкнет. Все, иди. Сказал, менты местные побоялись Москвы сообщить, что их человек сюда поехал. Надеюсь, как-нибудь обойдется. Ты меня из-за этого вызвал? Бред какой-то. Слухи. Не знаю, бред не бред, а только он мне вот так сказал. Ну, сказать можно что угодно. Слушай. А я ему дело. Верный предложил на хорошие деньги. А он говорит, сейчас надо тихо сидеть. Потому как буча начнется, менты и комитетские всех без разбора будут дергать. Понимаешь? Всех без разбора. Авторитетов. Всех. Да. Ерунда, забудь. О ком конкретно идет речь, хотя бы из какого отдела и отделения этот мужик, он не сказал. Но если это правда... Если это правда... Кто знает, правда или нет. Помните, какой шум комитет устроил? Когда в 69-м Ильин стрелял по машине с космонавтами. Пока доказали, что форму эту милицейскую, ну, дядя своего увел, что дядя там вообще не при делах был, что к стрельбе никакого отношения не имел. Пока все это доказали, сколько крови попортили. Да. Сейчас самое время для такого. А я про что? Представляете, что будет, если наш сотрудник устроит покушение? Ту-ту. Ты что? Николай Анисович. Это я. Можно мы к вам зайдем? С сотрудником. Это срочно. Спасибо. Пошли. Так что все самые крупные дела твоего управления за последние 5 лет ко мне на стол. Николай Анисимович, на это время нужно. Время? До архива дойти. Завтра, к середине дня, документы здесь у меня на столе. Я понял. Свободен. Будет исполнено. Николай Анисович, важный разговор. Что за пожар у тебя? Почти пожар. Есть информация, что один из наших сотрудников из Свердловска приехал или едет в Москву для покушения на Андропова. Местные чекисты его за что-то прижали, он обиделся и решил отомстить. Кто он, что он, неизвестно. Только этого нам не хватало. Вот именно этого и именно сейчас. Времени проверить информацию не было, но и рисковать тоже. Не дай бог это случится. Всех собак на МВД повесят. Да. Звали, товарищ генерал? Заходи, заходи. Я Светлане Владимировне, супруге Щелкова, цветы для посадки на даче. Импортные обещал. Надо отвезти действий. У меня сейчас дела. Я попозже вечером к ним заеду. Какие дела? Она там сейчас вся в нетерпении, так что надо ехать.
Давай, а в 7 я тебя оттуда заберу. У нас будет еще одно дело. Жди меня возле подъезда. Понял. Действуй. Разрешите идти? Аккуратно. Значит так, высылай спецназ к нашему дому. Угу. Кутузовский, 26. И чтоб там муха не пролетела, головой отвечаешь. Угу. Девятку предупреждать не будем? Чтобы они там с нашими лоб сошлись. Друг друга перестреляют еще. Охрана первых лиц – это их задача. А моя задача – оберегать моих сотрудников. Тем более информация не проверена. Может быть, липа. А мы уже на себя ведро помоев вылили. Рискуем? Да, рискуем. Если что, стрелять на поражение. Вопросы есть? Нет. Выполняй. Слушаюсь. Все, ты меня не жди, меня заберу. Ловил. Удачи. Удачи. Поняла, не могу больше говорить, пришел кто-то. Пока говорю. Дура. Светлана Владимировна, Кирилл. Кирилл? Добрый день. Добрый, это что такое? Саженцы. А почему домой? Я просил на дачу отвезти сразу. Земля вся сухая. Ну... Тогда будем пить чай? Я не против. Маш, сделаю. Доступа ноль. Я сейчас в доме Щелокова. В окне и в доме напротив два человека с оптикой. Во дворе микроавтобус. Спускайся вниз, отвлеки внимание на себя. Понял. До связи. Зимин, второе управление. На крышу дома 26 по Кутузовскому проспекту. Во дворе дома и у подъезда Андропова и Щелокова замечены вооруженные люди. А Кирилл где? А коробка? Алло, милиция! Опоздали.
Объект уже заходил в подъезд. Снайперам приготовиться. А вдруг у него бомба? Спасибо. Светлане Владимировне, супруге Щелкова, цветы для посадки на даче. Импортные, обещал. Надо отвезти, действуй. У меня сейчас дела, я попозже вечером к ним заеду. Какие дела? Она там сейчас вся в нетерпении, так что надо ехать. Добрый день. Добрый, это что такое? Саженцы. А почему домой? Я просил на дачу отвезти сразу. А в 7 я тебя тут заберу. Жди меня возле подъезда. Работаем захват. Пошли! Вперед!